И так на самом деле везде бетонная комната за бетонной комнатой. Что в итоге увидел я? Фасад здания на 10 из 10, он полностью закончен, на стенах виден мрамор. А что внутри? Внутри все не так идеально. Примерно 16 одинаковых помещений под спальни, ванны, иногда даже гардеробные. Плюс несколько просторных помещений, назначение которых мне совершенно неизвестно. Соединяет комнаты длинный коридор. По расчетам нашего проводника, зафиналит проект не раньше, чем через 5-6 лет.